прекрасных не скрывай. Их выразить поможет лишь искусство. Об этом никогда не забывай. Эти слова как нельзя лучше отражают состояние души Юлии Анатольевны Серой, с детства влюбленная в танец. Она является основателем и руководителем коллектива «Барби». И вот уже 16 лет она передает своим воспитанникам трепетную любовь к танцу. Будет в учениках огонь творчества, огонь добра и света. Очень труден путь к сердцам и душам ребят. Сотворить красоту и сохранить ее. Дело особо талантливых людей, которые неосязаемым, незаметным трудом творят и сохраняют красоту человеческой души с помощью своего таланта. А ребята вырастают, уходят, и все возвращается снова. Снова первое упражнение, снова первая работа у станка и первый выход на сцену. Всегда трудно начинать сначала. А чтобы добиться успеха, нужно много работать и бесконечно любить то, чем занимаешься. Юлия Анатольевна именно такой человек. Талантливый организатор, опытный педагог, творческий новатор, человек активной жизненной позиции. Она всегда идет в ногу со временем и успевает быть не только успешным руководителем, прекрасной хозяйкой, но и принимать участие в современных творческих проектах. Наверное, все васильевцы помнят, как в 2008 году Юлия Анатольевна стала обладательницей титула «Вице-пани Запорожья 2008», а в 2010 году принимала участие в телепроекте «Танцуют все». Мы хотим напомнить вам, наши дорогие зрители, несколько ярких моментов из жизни Юлии Анатольевны.